Ярославле открылся новый молодежный центр. Чем там будут заниматься юноши и девушки, и будет ли он востребован? Об этом и не только поговорим сегодня в программе «На повестке дня». Мой гость – Захар Кармалита, начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля. Я Юлия Тихомирова. Здравствуйте, Захар, добрый вечер. Добрый. Ну вот мы знаем, что в одном из торговых центров Ярославля открылось некое молодежное пространство. Для чего оно открылось? Чем там будут заниматься молодые люди? Кто туда сможет приходить и вообще в какое время? Уйдем немножко в историю проблемы. Она заключается в том, что, к сожалению, сегодня те частные торговые центры, которые расположены в городе Ярославле, очень редко предлагают какой-то досуг, бесплатный досуг для нашей молодежи. То есть очень много коммерческих объектов, очень много объектов для детей, а вот именно для категории 14+, таких мест мало. И поэтому в этом году мы решили вот такой первый пилотный проект запустить, куда может прийти любой подросток и там провести интересно свое время, пока, может быть, родители ходят за покупками, ну или если он в торговый центр пришел, может быть, немножко бесцельно. Мы сегодня столкнулись с проблемой, что действительно во многих торговых центрах очень много молодежи, которые проводят там время, но, к сожалению, нечем часто там заняться. Поэтому мы открыли это пространство, где можно что сделать. Ну, прежде всего, это целый блок, посвящен настольным играм. То есть можно прийти и в игре, во-первых, чему-то научиться, да, потому что любая игра – это всегда процесс обучения. Вот, во-вторых, познакомиться с новыми друзьями, пообщаться. Ну и самое главное, что это все в очень комфортных условиях. Вот, второе направление – это настольные игры. Игры, такие как кикер и аэрохоккей. У нас уже сегодня начались мастер-классы. Опытные наставники показывают, как правильно подходить к столу, да, как правильно участвовать в этом виде соревнований. Отдельный блок работы посвящен проведению мастер-классов, то есть заранее специалистами центра анонсируется проведение мастер-класса, можно либо записаться, либо прийти в свободном посещении, попасть на него. Вот, например, на прошлой неделе уже прошел первый мастер-класс по каллиграфии, и очень много желающих было. Вот. Ну и, конечно, сегодня нельзя обойти стороной кибер-игры. У нас сегодня самый востребованный там FIFA 2019, да, ребята не отходят от приставки, желая так или иначе сразиться в этом виде компьютерного спорта. Вот, то есть различные направления, плюс в дальнейшем будем организовывать просмотр видеофильмов, встречи с интересными людьми. После случая могу вас очень тоже хотелось бы пригласить на это мероприятие. Вот, поэтому очень много различных идей, которые будем реализовывать в этом пространстве. А в какое время работает это молодежное пространство? Не с начала открытия центра и не до закрытия? Ну да, действительно, с утра мы понимаем, что все школьники все-таки находятся на своих учебных местах, а вот после обеда с 3 часов и до 9 вечера оно открыто 7 дней в неделю без перерывов, поэтому приходите, будем ждать. А где можно получить информацию о проведении встреч? Где-то будет вывешиваться какой-то график? Да, разумеется, в социальных сетях ВКонтакте создана профессиональная группа, которую ведут администраторы нашего молодежного пространства. Там можно все найти, также можно найти в социальных сетях управления по молодежной политике на нашем сайте. То есть мы сегодня максимально открыты, наша задача на первое время сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о работе этого молодежного пространства, ну а дальше уже все войдет в рабочий режим, и люди, наверное, постепенно сформируют такой костяк постоянных клиентов. А почему, кстати, торговый центр? Больше не нашлось помещения или это все-таки удобно всем? Это удобно всем, и это действительно была цель, потому что очень много практик, когда мы создаем что-то, а потом ждем, когда же к нам придут люди, да, здесь подход совершенно иной, мы идем туда, где есть люди. И вообще, вот, исходя из нашего опыта, это такая первая практика в России, когда действительно на базе объекта торгового именно создается вот такой вот муниципальный бесплатный молодежный центр. Буквально месяц назад мы с вами говорили о создании Министерства молодежных дел в Ярославле. Оно тоже там будет собираться? Да, мы что-то создаем постоянно. На самом деле это приятно. Это еще один наш новый проект. Нет, он отделен от молодежного пространства. Это все-таки такая более профессиональная программа для молодых специалистов, которые желают так или иначе внести свой вклад, ну, скажем так, в социально-экономическое преображение нашего города. Давайте напомним, чем будет заниматься новая структура. Ну, основная цель вообще для мэрии города Ярославля – это услышать голос ребят, услышать их мнение, их представление, их предложение об улучшении жизни в нашем городе, может где-то усовершенствовать, об изменении того, что делается. Вот. Ну, а для ребят это прежде всего способ реализовать свои идеи, получить административную поддержку, ну и, конечно, пройти
провести, как мы считаем, интересную стажировку в органах местного самоуправления. Вот в прошлой нашей беседе вы говорили о том, что будет конкурс. Я так понимаю, что конкурс уже закончился, людей набрали. Сколько человек вообще вошло? Значит, по итогам конкурса мы провели деловую игру, и вот уже когда выявили все коммуникативные особенности вместе со специалистами, мы включили в министерство 11 человек. Это в основном студенты ярославских вузов, которые предложили свои идеи, мы эти идеи по достоинству ценили, и вот уже в эту среду состоится первая встреча этого министерства с мэром города. А кто эти молодые люди? Они известны в Ярославле? Да, в целом ряд ребят уже хорошо известен. Я вот могу просто привести примеры. Допустим, у нас есть очень талантливый молодой человек. Это студент педагогического университета Артур Сташков, который буквально на протяжении последних лет прокачивает такую андеграундную музыкальную тусовку Ярославля, проводит свои мероприятия, концерты. И вот тут он решил выступить с инициативой развития своей деятельности уже на весь город. Вот, буквально недавно они стали такими определенными ньюсмейкерами, создав вот этот свой фильм «В каждом из нас», посвященный молодым ярославским талантам, который очень нашумел, да, у которого был публичный просмотр в одном из кинотеатров. То есть вот такие люди. Есть, например, Королев Антон, который сегодня возглавляет Ярославскую федерацию воздушной акробатики, ну, фактически, можно сказать, воркаут. Да? То есть те ребята, которые сегодня известны благодаря своим спортивным достижениям на всю Россию, открыли одну из первых вообще в центральном регионе школ воркаута. И вот сегодня он хочет своим проектом как бы продвигать воркаут в массы. И вот если пройтись по каждому человеку, у каждого вот такие уникальные идеи. У кого-то это краеведческое направление, у кого-то профилактическое. То есть все эти 11 проектов, вот, на мой взгляд, способны действительно как-то изменить в лучшую сторону молодежную жизнь нашего города, а где-то и взрослую его часть. Ну, Захар, насколько я понимаю, эти ребята пришли не только с горячим желанием представить что-то в общественности, улучшить жизнь Ярославля, да, но и у них есть уже какие-то проекты, какие-то наработки. Да, да, разумеется. То есть, например, вот проект Ксении Карачун про подзеление, да, про развитие этой зоны, он уже согласован с рядом ярославских молодых архитекторов. Они прорабатывают возможность установки там разных архитектурных форм, проведения мероприятий. Они сегодня этот проект дописывают, уже неоднократно подавали его на различные конкурсы, ища поддержку там федеральных грантов, да, и они уже хотят со следующего года этот проект запустить. Так вот, чтобы его запустить, нужно его доработать, ну, что называется, немножко приземлить к реальной жизни. Вот этим вместе мы будем заниматься с ними в рамках министерства. Вот стать министром, хоть и молодежного правительства, у этих молодых людей было сознательное решение или просто вот некая игра, некое желание? Наверное, все-таки сознательное, потому что, смотря то, каких результатов ребята достигли в свои там 20-22 года, кто-то из них победитель профессиональных конкурсов, кто-то уже получил гранты поддержки от фонда президентских грантов, Росмолодежи. То есть это все ребята очень деятельные, которые действительно не желают останавливаться на достигнутом, а хотят развивать то направление, которым они занимаются. Поэтому, прежде всего, это осознанный выбор. А министры уже успели познакомиться друг с другом? Они выбрали главу ведомства? Нет, это мероприятие в виде выборов главы ведомства запланировано все-таки на конец года. Мы дадим возможность сейчас вместе им поработать. У них пока была одна рабочая встреча в виде коммуникативного тренинга. Да, действительно, мы видим, что уже установились первые контакты. Но, тем не менее, вот сейчас первый месяц работы после официальной части, он, конечно, будет посвящен командообразованию, выстраиванию внутренней структуры. Потому что, несмотря на то, что ребят не так много, планы довольно серьезные, и к ним нужно подойти действительно командой, а не просто разнорозненной общностью людей. Ну вот кроме команды образования уже намечены какие-то первые шаги? Ну вот я сказал, что первый шаг – это проведение встречи с главой города, на которой они мэру представят свои идеи. Дальше, после этого, они будут сформированы из них рабочие группы, которые с профильными замами смогут обсуждать свои проекты. Вот. Ну и, конечно, мы хотим прежде всего познакомить их с работой органов городского самоуправления в формате, может, какого-то лектория, такого делового мероприятия. Вот. Ну, провести несколько командообразующих тренингов. Нам не очень хочется перегружать этот проект каким-то, скажем так, сторонним содержанием. Это действительно должна быть работа над их идеями. Поэтому больше здесь будет делового. Ну что ж, Захар, спасибо за интересную беседу и за ваши проекты. О молодежном центре и деятельности Министерства молодежных дел в областной столице рассказал Захар Кармалита, начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля. Вы смотрели программу «На повестке дня». Мы в эфире с понедельника по четверг в 19:15 и только на городском телеканале. Через пару минут моя коллега Наталья Пиунова начнет подводить первые итоги дня. Я с вами прощаюсь. До свидания.